Сейчас мы тебя... Если я бы нашла, я бы показала фото, как было, когда мы тут заходили. А мы те самые свидетели живые, которые здесь мелкашки лежа стреляли. А когда вы заходили? Было хорошо. Когда вы заходили? В 10-м году. В 10-м. Стасера, а мы учились в 1980-м. Стас. То есть до 10-го года еще далеко. А можно человека заснять с чем-нибудь человека в руках? Можете, в руках я имею в виду, чтобы... Да не надо, господи. А вот то можно? Заберите, Но возьми винтовочку в руки. Ой. Что ты как маленький? Положи фотик сюда, вон. Здесь него никто не украдет. Я украду. Не оставьте сумочку. Это от видеокамеры сумка. Ну вот, видишь. Наберешь потом патронов, приедешь в Ригу пострелять. Поверни хоть, чтобы видели, что это за вещь. О, вот это другое дело. Ой, какая красавица. Стас у нас нашел в жизни. Поверьте, я разбираюсь в красивых женщинах. Может, она меня более нашла. Для здоровья вредного ничего быть не может. Может, она меня нашла. Может быть, пошли. Я не был свидетелем. Пойдем. Я же не деятель, я не из. Слушай, а там как заросший все, Саша. Помнишь, там вообще ничего не было. Мы когда-то там Маевского в одних плавках видели и снег гребли. И спасались от того, кто засекал, где курим в неположенном месте. Я, кстати, тогда не курил, а из-за своей мадамы начал баловаться и добаловался. 12 лет прокурил с 85 года по 97. Бросил. С трудом, но получилось. Молодец. А ты как, не смолишь? Да. Бывает? Смолю. Как паровоз. Не, вот в Европу поехал, не смотрю, две недели. Ага. Жену красавицу урвал. В Европе, наверное, такие не водятся девушки. Спасибо. Не, водятся, есть красивые. Ясно. Стасик, по центру дорожки можешь встать? Ненадолго. Я секунду, я подойду, наеду, да? И подниму повыше камеру, чтобы увидели люди, что ты здесь действительно был. Ага. Где-то у нас классная комната, по-моему, на третьем этаже. Да, да, да. Это была у Кипич, которая. Ну да, на третьем мы занимались. Там везде забор был. По кругу. У меня есть две маленькие дырочки вот здесь вот, от того забора. Там как пики вот за этой нашей общагой. И когда не подтянешься как следует, иногда натыкаешься на это дело. Да. Опасные пики были. Ну. Здесь площадка была спортивная, а здесь был типа фонтанчик что-то такое, да? Я насчет фонтана не помню. Ну какой-то... Вот проходная вот она на старом месте. А вот там, что там? Вот, помнишь, там проходная раньше была вот ну, тут? А как же? Я и помню, что сперва она там была. Ну, когда-то да. А потом здесь сделали. Вот там буфет был, вот где вход. Ну да. Там сейчас парень стоял. Было дело. Вот там женщина выходит, две женщины. Что там такое? Где? Вон. А, зубные техники заседают, деньги делают. Я туда иногда пацана вожу своего. Там для детей бесплатно, но бывает такое, что я попал на платный вариант, когда мест не было. Так, ну вот он, Станислав Кокутин, направляется в 17-ю роту на второй этаж на свою двухъярусную кровать. Это что, здесь были казармы у вас, да? Вот они, наши окошки, вот. Да. Второй этаж. Ну давай, встань.
Я как человек с этим, как его... Куда показывалось? Я как человек с открытым прикусом и долго проходивший... Да, показывает, где окна были. Кстати, как зовут супругу Стаса? Как вас зовут? Тоня. Анна Танина, очень приятно. Так вот, я как человек с открытым прикусом все детство проходил с открытым ртом. Я как заснул, и какая-то сволочь мне табака в рот наложила. Вот там вот вдоль окон лежал на стульях. Ну, или лицом кверху просыпаюсь. Не нос в табаке, а рот с табаком. Это у нас были такие шуточки. Понятно. Веселились как могли, да? Ну, мне доставалось, честно говоря. Я был такой неиспорченный товарищ. Пытались испортить, да. Как могли.